Всем привет, это канал Частер, меня зовут Кирилл, и здесь мы говорим о часах. Мы продолжаем изучать серии Baby G, женский аналог G-Shock, и сегодня серия относительно молодая, ей еще и 5 лет не исполнилось, но уже успевшая заявить о себе яркими красочными релизами. Сразу 4 представителя этой серии посмотрим. BA-130. Приобрести все 4 модели вы сможете в официальном магазине G-Store Russia. Ссылку, как всегда, я оставлю в описании к этому ролику. Плюс по промокоду Chaster зрителей и зрительниц моего канала будут ждать специальные скидки. И покупая часы в этом магазине, вы также получите бонус-пак с интересными сюрпризами внутри. Ну и смотрим на все 4 модели. Сразу же отмечаем металлизированные циферблаты и вот абсолютно G-Shock-овскую форму корпуса. Прямо есть множество похожих деталей, ну а циферблат и вовсе отсылает нас к серии GA-120. Так что можно сказать, что вот эти BA-130 это женская версия G-Shock 120-х. Ну и по корпусу я бы отметил, пожалуй, вот эту модель, которая исполнена в полупрозрачном полимерном материале. Это у нас создана специально с японским хореографом модель, к этому мы еще перейдем чуть позже, и видим, что ремешок также полупрозрачный. Мне понравилось, как вот внутренности просвечивают через, собственно, вот этот корпус, ну и множество выступов, минеральное стекло плоское, вот водонепроницаемость, кстати, 100 метров у этих моделей, это у нас указано на задней крышке, ну и, естественно, часы противоударные. Что касается черного корпуса, то тут стоит заметить, что в данном варианте инверсивный циферблат. Инверсивный дисплей, точнее. То есть вот эти 3 маленьких черный фон, белые цифры. Да, может быть, читаемость немножко страдает, но зато выглядит стильно, особенно в комбинации с самим черным корпусом. Ну и очень классный темно-синий металлизированный циферблат. Однако у 3 других моделей мы видим уже циферблаты светлые, самые обычные. В данном случае модель белая и, опять же, металлизированный, но уже светло-синий, голубоватый циферблат. По циферблатам, по электронным нашим, можно сказать следующее. Здесь, конечно же, основная информация о дате, месяц, число, день, недели, но по желанию можем мы поменять на дублирование стрелочного времени и секунды. Функционал здесь привычный для любителей G-Shock. Если же вы с G-Shock'ами не сталкивались, то вкратце объясню. Это мировое время, где можем посмотреть время в одном из часовых поясов. Это будильники. Здесь можно задать их аж 5 штук. Звучит он достаточно громко. 4 обычных будильника и один с переносом времени. То есть он будет звучать через каждые 5 минут. Это для любителей поспать еще немножко. Секундомер. Точность 1/100. То есть можно засекать точные промежутки времени и до 24 часов для бега, для тренировок, самое то, ну или таймер обратного отсчета, если вам нужно, например, 5 минут, 10, 2 минуты сделать какое-то упражнение, можно задать обратный отсчет, тоже до 24 часов. В общем, функционал максимально спортивный для активных женщин и девушек, для любительниц спорта, тренировок и так далее. Что же касается самой серии, то я по традиции этого канала люблю углубиться в историю, особенно если у нас серия это впервые. Стоит заметить, что она появилась относительно недавно, в 2019 году. 4 тогда представителя было в релизе, черные, 2 белых и в таком коралловом цвете. Одна из белых моделей 7A2, наша сегодняшняя, как мы видим, исполнение превосходное, особенно кнопки. Смотрите, какие классные. Это такой уже бледно-бледно-бледно-голубой цвет. В этом же цвете надписи Protection и Baby G. Ну и циферблат, конечно же, с этим цветом тоже гармонирует. Кстати, все 4 модели из того релиза до сих пор в продаже. В том же году, в 19-м, но уже осенью, в ноябре, выходят черные модели. 3 варианта с блестящими циферблатами. Взрослый уже дизайн, но при этом непринужденный за счет классных циферблатов. И одна из черных моделей у нас сегодня также на обзоре, вот с этим темно-синим. Здесь уже, кстати, кнопки черные. То есть действительно такой
сдержанный вариант, не только для того, чтобы сочетать с какой-то яркой одеждой, но и с более-менее универсальной, каждодневной. Возможно, не с деловой, но тем не менее. А уже в 2020 году в каталогах G-Shock серия 130 наряду со 110 значилась как Basic, то есть базовая. Это уже были базовые Baby G, которые по определению Casio должны быть в арсенале у любой активной спортивной девушки, женщины. Июнь 2021 года. Релиз Dance Mode On, выпущенный совместно с японским танцором и хореографом Рие Хата. Превосходные три модели, яркие, красочные. Наша сегодняшняя как раз из этого релиза, вот в полупрозрачном исполнении, надпись Catch the Vibe. То есть лови вайб, лови вибрацию, чувствуй вот эти ритмы, потому что модели действительно подходят под яркие красочные наряды для танцоров, для творческих людей и так далее. Ну, действительно выделяющаяся модель, это во многом за счет своего циферблата. Плюс, конечно, отсылка на хип-хоп культуру 90-х нулевых в этой серии также прослеживается. И сентябрь того же года, Gelato Colors, релиз из 5 моделей, цвета которых отсылают на итальянское мороженое Gelato, светлые тона и светло-сиреневый как раз вариант, я бы сказал лавандовый цвет, у нас вот сегодня на обзоре. Тут стоит, кстати, быть аккуратным с цветом, потому что фото в интернете немного отличается от того, что мы видим вживую. Как видите, вживую они светлее, чем на фото. И циферблат тоже светлый, уже не такой металлизированный, но не менее красивый, чем у предыдущих вариантов. Пожалуй, вот эта модель больше всего мне понравилась. Ну и, кстати, все три BA-130 из того релиза сейчас тоже есть в наличии. Также стоит помнить, что у представителей этой серии, помимо красивых цветов, помимо красивых циферблатов, еще есть цвет накопитель на стрелках, еще есть яркая светодиодная подсветка. Вот только посмотрите. В темноте просто невероятная читаемость. Да, ярко, не то слово. Это как раз Gelato модель, сиреневая. Давайте посмотрим на другую, в частности на полупрозрачную. Вы посмотрите, тут еще лучше. Свет прямо через корпус проходит, и все часы светятся, вот абсолютно, весь корпус. Ну, это действительно здорово, конечно. Подводя итог по серии, отмечу, что это хорошие повседневные часы, причем не просто для активных спортивных девушек, а вообще под разные случаи жизни. От сдержанной одежды, то есть такие черные цвета, спокойные, до ярких, красочных, танцевальных и летних, пляжных, такие как вот, например, вот эта белая модель и лавандовая. То есть на любой вкус, на любой цвет. И учтите, что, во-первых, габариты здесь приемлемые. 46,3 высота корпуса, 43,3 и 15,8 толщина. Плюс учтите, что широкий диапазон отверстий на запястье от 12 до 18 сантиметров они подходят. Плюс также учтите их легкий вес, всего 45 граммов весят модели. То есть они не будут обременять ваше запястье. Также отмечу, что эта серия мне понравилась больше, чем предыдущая, которая у нас была на обзоре BG-169. Да, та, конечно, легендарная, с большой историей, со своей изюминкой. Но, наверное, мне это понравилось больше, потому что она мне больше G-Shock напоминает. То есть вот эти выступы, вот эти кнопки. Функционал абсолютно G-Shock-овский, надежность G-Shock-овская. Да даже водонепроницаемость, хоть и не 20 атмосфер, но все равно позволяет в них плавать. Ну а выбирая как подарок дочке, жене, подруге, я бы на вашем месте взял бы модель светлую или вот эту лавандовую, или белую с синим циферблатом. То есть это такие спокойные, самые универсальные варианты. Черный цвет, тут я думаю, все-таки нужно точно знать, что черный цвет понравится. Ну а вариант полупрозрачный меня покорил в темноте, я думаю, вас тоже. Очень необычный, как подарок необычный как раз подойдет, как подарок яркой, харизматичной личности тоже отличный вариант.
Ну и помимо указанных мной релизов, помимо всех этих моделей, есть еще и другие цвета, не менее интересные. Все это в магазине G-Store Russia доступно. А еще и промокод Chaster вы можете применить и получить дополнительную скидку. В конце хотел бы узнать и ваше мнение, какая из моделей понравилась больше всего. И обязательно напишите об этом в комментариях. Ну а если вам понравилось видео, то поставьте лайк и подпишитесь на канал. На этом все. Всем пока.